Какой план действий, не знаю, что будет. По ходу дела посмотрим, как всегда. Как всегда, мы обычно сразу сливаются первой пачкой. Нет, это тебе просто приснилось, успокойся. Все будет нормально. Просто держимся группой как можно плотнее друг к другу. Чтобы собаке было удобнее, да, или скромнику? Ты не понял, мы так будем больше казаться, ай нет. Казат! Да какого хуя? Слушайте, у нас серьезное задание, давайте не про гей-клубы. Да-да-да, давайте, нет, никто в гей-клубы не ходит, мы не гей. У чувака никтеронозавр секса, ему 12 лет. Если вы еще не поняли, в какой отряд вы попали, то у меня для вас плохие новости. Я надеюсь, не в отряд геев, пожалуйста. А хороших новостей нету? Блин. Отряд называется «Активный Гомес». Активный? А кто пассивный? Кто это придумал? Кто? Чурнир. Это начальство решило пошутить? Пассивный. Это начальство решило пошутить так? Стоп. А где штучка? Кто? Воу-воу-воу-воу-воу-не-не-не. Ох, блин, что ж ты сразу не сказал? Нет. Он называется 900... SCP-объект 939. Пока мы не двигаемся и не говорим, она нас не видит. У нас этот код красная собака, короче. А код синяя синичка будет? Синяя синичка это из другой лаборатории. Блин, я инструктаж проспал. Давай! Там дураки, там наши остались. Угу. Хочешь сдохнуть? Ты читал хотя бы записку, которую тебе давали перед этой миссией? Приди, огонь! Блядь. Только своих убивает, дебилы. Тактика, командная работа. Нет, стреляем по своим, нахуй. Тупо... Серьезно? Да, блядь! Просто все своих убивает. Я не знаю, как он меня убил-то. Я их всех убил. Я убил своих людей. Ну, у нас так все время никто инструктаж не посетит, никто там брошюрку не почитает. Нет, мы просто прям вперед и все умираем. Да тут просто куча трупов. Внизу, там. Я первый. Блядь, кто... Я один. Пиздец. Нет, сука! Так а с повстанцами хаоса, блядь, связаться, там все, блядь. What's going on? Snake! Snake! В натуре. Не успеет. Не, ну если бы он сзади к нему вплотную к жопке пристроился, он бы успел выйти. Я слышу какие-то звуки в подвале. Проверим. Давай. Осторожно, тихонько. Собака, тихо. Гранату. Беги. Ступай. Уходим. Закрыть двери, закрыть. Там еще наш остался, нет? А наш остался, выпустить его. Чувак, давай быстрее. Нет. Отходим назад. Чувак, давай беги. Там все уже мертвы, наверное. Или нет? Нет, еще не все. Еще не все. Комплик. Отступаем назад. Отстой. Мне до пенсии всего-то 2 дня осталось. У нас сколько выживших у нас осталось? Нет, комнаты быстро нет. Уже не важно совокупности. Предлагаю взорвать комплекс. Кто это сделал? Нашли собаку? Назад. Помянем убитых, вот. Помянем. Блять, никто не вышел. Положил, ты чё, усатик? Я тоже положил. Проблем, Коля? Дэшник, успокойся. У тебя проблемы, парамедик, слышь? Успокойся. Бай, отойди от меня. Сейчас охранники прибегут, первого чё? Тебя в расход пустят. Да мне плевать. Ты ж гений, кто тут выёбывался? Парамедик. Слышь, да, я, блин. Гений, доктор. Ну, справедливо. Справедливо. Откройте, вы же. Продолжим. Вы чувака убили? Что-то вы немножко не так заклинали, мне кажется. Наши ученые немножко косые, только не в обиду. Почему нормально? Не-не-не, я все ничего.
Нет, ты тоже выебывался. Нет, не я всех отзывал, я всех отзывал, не трогать ничего. А ты отойди. Лёня, не буянь. Окей. Пойдем. Да вот все, у тебя есть, все нормально. Ведите нас, блять! Тикай. Тикай, ты пизда. Блять, кто нас запустил? Блять! Что с нами будет? Да пиздец нахуй. Пидорасы, мозги! Кто нас запустил, пидорасы, блять? Мы ныкались, сука, стояли! Мать мою за ногу, нахуй! Офигеть. Нахуй, не, я, короче, умер в этой машине. На какой отбили. Надо лучше? На файне из человека в зомби превращается, да? Да, да, да. Слышь, чуваки, мы как люк твоя братья. Руки в стороны и летаем. Люфтваффе. Все чисто. Нет, не чисто. Блять! Не тронь! Ну-ка. Сделал доброе дело, называется. Спас пацанам жизнь, ага.